Ленский аэропорт отметил свой 60-летний юбилей. Аэровокзал имеет региональное значение и обеспечивает регулярное авиасообщение с аэропортами соседних районов, а также с Якутском, Иркутском, Мирным, Красноярском и Талаканом. Подробнее о работе порта расскажут наши корреспонденты. Начало становлению аэропорта в Ленске было заложено еще в 1946 году, когда на окраине Мухтуи началось строительство небольшого аэродрома. В этом же году летом начали принимать самолеты ПО-2, Як-12 и Ан-2. В 1957 году, когда началась разведка алмазов, появилась необходимость приема более тяжелых самолетов и увеличение перевозок в город Мирный, который в это время строился быстрыми темпами. Тогда и был оборудован на реке Лени ледовый аэродром, который принимал самолеты Ил-14 с грузом, и стали осуществляться пассажирские рейсы. В июле 1957 года была организована авиаэскадрилья самолетов Ан-2. Начались регулярные перевозки грузов, пассажиров на Мирный. И вот с этого момента аэропорт начал свое развитие. С 2000-х годов у аэропорта начался подъем перевозок, как пассажирских, так и грузовых. В частности, благодаря компаниям, которые как раз в эти годы начали освоение Талаканского, Чендинского месторождения, нефтепровода ВСТО и газопровода «Сила Сибири». Поток вахтовых работников составил значительную часть пассажиров Ленского аэропорта. По итогам 2016 года мы заняли в рейтинге аэропортов России 81 место. Это, я считаю, что хорошее место для нашего аэропорта, учитывая, что у нас грунтовая взлетно-посадочная полоса. С такими объемами перевозок мы, в общем-то, вошли в первую сотню. Конечно, в этом большая заслуга коллектива аэропорта. Именно благодаря совместному и упорному труду все планы выполнялись вовремя тогда и сейчас. Единственное, что сегодня дает большой сбой в работе, это отсутствие бетонной взлетно-посадочной полосы и терминала, отвечающего всем современным требованиям. Ленский аэропорт имеет региональное значение, обеспечивает регулярное авиасообщение с аэропортами соседних улусов Якутии, а также с Якутском, Иркутском, Мирным, Красноярском и Талаканом. Светлана Балеева, Виталий Андреев, НВК Сахан, Ленск.